Здравствуйте. Добрый день. А, будьте любезны, мне десяточек яиц и упакуйте как-нибудь так, знаете, компактнее. С вас 40 рублей. А, компактней не получится. У вас там места мало. Как таланта сестра называется Кра, так и наша программа. Шесть кадров. Время быстро несет. И на все эпизоды нам дает режиссер. Шесть кадров. Чем крупнее арти, тем короче репри. Нас всего в антрепри. Шесть кадров. Только сядешь и вклю, все вокруг рассмею. Вот за что я так люблю. Шесть кадров. Ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай. Шесть кадров. Ла-ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай. Шесть кадров. Так, ну все, с массажем мы закончили. Ой, как хорошо. А что там у меня еще? Еще? Сейчас я вам скажу. Так, еще маникюр, педикюр, солярий, ванна с гидромассажем и восковая эпиляция. А восковая эпиляция, это тоже входит в абонемент? Да, это одна из основных процедур. Нет, но если вы не хотите, вы можете не делать. Не-не. Давай делай это. А то жена заболела, а у нее абонемент на 30 тысяч, что деньгам пропадать. А когда у меня маникюр? Через 15 минут, вы отдыхайте. Пожалуйста. Опс. Мужчина, карамель взлетный не желаете? Давайте. Держите. Ты чем такая здоровая? Ну, дело в том, что у нас самолет перегружен, вот, и взлетать будем очень долго. А это чтобы вам на весь взлет хватило. Точнее! Точнее сказал! У бортика точнее сказал отрабатывать! Давай, 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 не спать! Не, ну это кошмар. Кошмар. Еще минут пять, и они нас додавят. Ну что, будем выпускать убойную пятерку, а? Думаю, да, у нас нет выхода. Давайте, ребята, давайте. Давайте, играйте не на жизнь, а в новый вкус. Давайте, порвите. Пошли, 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 пошли! Давай, 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 давай! Красиво. Сейчас порву, сейчас всех порву. Значит так, мужики. Вот на этой стене будет «Галя, я тебя люблю». Че, берем краски и пишем по стене «Галя, я тебя люблю»? Как дам сейчас в жбан за такие вопросы? Краску он хочет писать на стене, деятель. Ха! Вот берешь обои шелковые, 25 тысяч за метр. И осторожно клеишь. Это и будет означать: «Галя, я тебя люблю, Галя. Очень хотела такие обои». Да. А с тобой мы сейчас пойдем в туалет. Устанавливать: «Галя, я жить без тебя не могу» за 35 тысяч долларов с автоматическим смывом и лифтовым закрыванием сидушки. Как вы любите? Кого? Галю. А Галю, да. Галю, да. И главное, не забывать основное правило. Никакого интима на рабочем месте. Никакого. Ты меня слышишь? Я вас очень хорошо слышу, Сан Саныч. Это я не вам. Это я себе. А вы срочно идите на рабочее место, от греха подальше. Никакого интима, никакого, никакого интима, никакого интима, никакого интима.
Ну все, 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 дай, у нас все. Спасибо вам огромное. Простите, пожалуйста, а не могли бы вы еще сломать стул о вашего коллегу? Легко. Мамаш, три шага. Медяй. Спасибо вам огромное. Вот, видите, ваши 3000. Свадьба-то у нас, сами видите, интеллигентные люди, все видите какие, да? Вижу. А что за свадьба-то без драки? Ну, понимаете, традиции есть традиции. Ну, так да. Что, вот, видите. Если 2000 добавить, мы весь зал разнесем. Не-не-не, зачем нам зал? Не надо нам, зачем нам зал? Да. Выход там, пожалуйста. А, ну, совет да любовь. Митяй. Спасибо. Ну что, друзья мои, драка у нас была, правильно? Вот. А теперь давайте танцы. Прошу всех, пошли, ребятушки, пошли. Здравия желаю, капитан Попазов. Нарушаем распитие спиртных напитков в общественных местах. А чё, нарушаем. Все нарушаем, да, ребят? Давай, штрафуй. Какой штраф? Прошли те времена, когда штраф. Законодательство уже изменилось. Очнись, сержант. Закончилась операция по борьбе с распитием алкоголя в общественных местах. Они сюда больше не придут. Еще и друзьям своим расскажут. Молодец. Служу России. Ой. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот скажите, пожалуйста, а сколько стоит шоколадная отбертыня, например? Например, 2000 рублей. Ух ты, 2000. Так дороговато. Скажите, вот, вот за 300 можно? А? За 300? Конечно. Ну все, 300 рублей. 100 за шоколадку, 200 за обертывание. Все? Спасибо. Здравствуйте, уважаемые граждане и пассажиры! Желаю вам хорошего дня и отличного настроения, которое поднимет вам хорошая песня! Хорошего настроения и доброго пути. Вы только что прослушали композицию автора музыки, которой являюсь я. И вот уже в течение многих лет мне причитается по закону об охране авторских прав отчисление. Так что не смотрим, сбрасываемся. Спасибо, дай вам Бог здоровья, хорошего настроения, удачи в пути, спасибо. Дай вам Бог здоровья, спасибо. Сейчас следом за мной идет автор стихов этой прекрасной композиции. Спасибо. Спасибо. Дай вам Бог здоровья. Спасибо.
Это невыносимо громко! Тебя же на весь завод слышно! Работать невозможно! Понял! Сейчас я сделаю! Вот совсем же другое дело. Добрый вечер. Добрый всем вечер. Новости политики на Внук ТВ. Сегодня, вместо того, чтобы поспать подольше в выходной, президент проснулся рано и поехал навстречу с рабочими трубопрокатного завода. Встречался с ними на улице, без шапки, куртка нараспашку, шарф не завязан, и стыдиться захотел. 3 часа с ними разговаривал, уж еда вся остыла, а он все говорил, 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 говорил. А потом в сухомятку ел бутерброды в столовой. Новости спорта. Вы правильно сделали, что выбрали нашу гостиницу. У нас самая современная гостиница в городе. Лучшая система безопасности. И кражи у нас полностью исключены. Это очень хорошо. У нас все номера открываются по отпечатку пальца. Ну, надо же, до чего техника дошла. Да. Вот, пожалуйста, ваш номер 305. Держите ваш ключ. И, пожалуйста, только очень прошу вас, не потеряйте. Второго такого нет. Сеня, домой! Когда же Альбертик-то домой? Блин, надо же было так потеряться 40 лет назад. Не, что это такое? Лёша! Лёш, иди сюда! Иди сюда! Лёш, вот сколько тебе можно говорить? Ты, когда клиентам товар показываешь, стульчак подымай. Понял? Не, ну это просто наказание какое-то. Работать в отделе сантехники, когда кругом одни мужики. Так, Саша! Саша, ну-ка иди сюда! Как же мне с тобой хорошо, Сереж, ты не представляешь. Мне тоже. Это муж. Быстро в гардеробную. Бегом. Ты-то куда? Ты-то чего от своего мужа прячешься? Да потому что сейчас придет, скажет, кушать давай, постирай, приготовь, убери. А мне это вот где все достало. Давай так, в гардеробной сейчас вместе отсидимся, а потом, когда он уснет, выйдем. Давай. Свет! Плохо мне. Доктор, мне плохо. Терпее. Что? Падает уровень адреналина. Срочно адреналин в сердце, 5 кубиков, срочно! Да а где же его возьмут? Он еще позавчера кончился. Так, хорошо, тогда переходим к плану Б. Сергей Иванович, ты что, баранку бросил, что ли? Ядрить, стой! Марк, 300 грамм спирта выпей, только 300, не больше. Зачем? Как? Сейчас поедем по встречке со скоростью 120 км в час с пьяным водителем. А, прелесть! О, с очень пьяным водителем!
Адреналин пошел! Есть адреналин! Хорошо, хорошо! По Тверской, Ямской... По Тверской, значит, в Бозгинске едет. Стой, 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 стой! Скажите, это вы готовили вот этот салат с горошком? Да, я. А что? Вас что-то не устраивает? Да не устраивает. Скажите на милость, где здесь горошек? Где? Вот он. Вот он, горошек-то. А вы нервничаете. Вот. А почему он один в этом салате? Ну так, потому что салат с горошком, понимаете? С горошком, а не с горошками, понимаете? Поэтому он один-одинешник, лежит, ждет вас. Приятного аппетита. Мужчина, как вам не стыдно? Вы не могли бы повернуться? А? Что случилось? Я все-таки переодеваюсь. Вы очень плохо работаете. Вы ставите план выполнения пятилетки на грань срыва. Вас надо сослать в Крым. Посидите там, отдохните, подумайте над своим поведением. И не надо на меня так смотреть. В Крым. Дай сумку. Не отдам. Рэпер, тебе отдай сумку, не делай глупостей. Не отдам, порежь сумку, отдай. Так, отдай быстро, пока женщина полицию не вызвала. Ну, пожалуйста, я тебя прошу, я тебя умоляю. Нет. Я тебе обещаю, я найду точно такую же. Пожалуйста, ну, пожалуйста, отдай. Найду такую же, тебе обещаю. Все, молодец. Все, умница. Успокоилась. Успокоилась. Девушка, извините, ради бога. Зачем ты меня уговорил? Она мне так под сапоги подходила. Я везде такую искала. Обещаю. Клянусь, найду точно такую. Только никогда так больше не делай, хорошо? Пойдем. Дорогие друзья, я несказанно рад вас видеть всех сегодня на своем юбилее. Только благодаря вам я могу встретить свой праздник в таком замечательном, роскошном ресторане. Я особенно рад видеть вас, дорогой товарищ Самосудов. Если бы вы не пересекли две сплошные, я бы остался сегодня без салюта. А так, милости прошу, 11 вечера все на улицу, будем любоваться фейерверком. А благодаря вам, товарищ Волынцева, которая ездит без аптечки по встречке. У нас сегодня на горячее будет шашлык из семги. Вот, так что я пью за вас, дорогие мои нарушители правил дорожного движения. Пейте, 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 пейте. Надеюсь, все сегодня на машинах приехали. Да чьи это мы такие недовольные? Мы вместе, жарко, кругом вода, реально в два раза дешевле, чем в Египте. Эй,
Катя, да ты на курорте, а не в сауне. Иди еще раз повторяю. Мы вместе. Кругом вода. Нам жарко. Я пьяный. И реально в два раза дешевле, чем в Египте. Дорогая, все, я на поезд опаздываю, целую, я побежал. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, стоп-стоп-стоп-стоп! А присесть на дорожку? Может, надо? Надо, надо! Давай-давай! 50 приседаний. Поехали! Раз, два... Ну-ка, сумки взяли в руки, чемодан в руки, давай-давай! И поехали! И два! И ускоряемся, и три, и четыре. Хорошо идем, и пять. Молодец. Вот хорошо. Давай-давай делаем. Это что, в купе без одних ног спал? И на попутчик не пялился. Поехали, 10 и 11. А, 2. Раню. А, 3. Раню. А 4? Убил. Ну, не надо так преувеличивать, Сергей Иванович. Не убил, а уволил. Все по-честному, как договаривались, да? Наиграл? Свободен. Да? Ну вот, прекрасно. Не, ну без обид, да? Ну как договаривались? Ну, проиграл? Свободен. Правильно? Нет, Сергей Иванович, только без обид, да? Ну да, проиграл? Свободен. Ой, какую хорошую форму сокращения штата я придумал. Идут. Главное не проигрывать, да. А, Зиночка, а... Варвара Петровна из бухгалтерии, она в шахматы играть умеет? Кажется, нет. Вот. Давайте ее сюда, Зинуль. Ага. Я в шахматы поиграю. Заодно и в бухгалтерии штат подсократил. Ой, какая прелесть. Как таланта сестра называется Кра, так и наша программа. 6 кадров. Время быстро несет, и на все эпизоды нам дает режиссер. 6 кадров. Чем крупнее арти, тем короче репри. Нас всего в антрепри. 6 кадров. Только сядешь и вклю, все вокруг рассмею. Вот за что я так люблю. 6 кадров. Ла-ла-ла-ла.